Алло. Да, сейчас Донецк повезу. Ага. Не, у меня телефон забрали из Брусики. Ага. Ну привезите мои документы-то. Ну я не знаю, куда еще повезут. Ага, в Донецке буду, тогда позвоню. Там у вас все нормально. Ага, хорошо. Ладно, все, давай. Что там, а там наберу домой? Да. Подержи, подержи микрофон. Расскажи, пожалуйста, когда тебя взяли? 2 августа. А где, при каких обстоятельствах? После боя с бойцами 51-й бригады. Попал в плен? Да. Мы пятером попали. Так, мы пятером одного убили. Одного, ну как, взяли в плен, потом в плену уже стреляли. Прострелили. Тихо, уходите из дороги. Почку, печень одному. Одного задушили. Ну один вот он почку, печень стрелял. Потом отвезли батальон Азов, батальон Айдар. Волновахская РУВД это. Или МВД. Там били, током били долго. Потом областной ОБОП в СБУ. А чего они хотели вот во время пыток? Зачем они это делали? Они просто, ну я не знаю. Батальоновцы, они просто издевались, им походу нравилось. А в СБУ хотели там, чтобы взяли на себя там какие-то убийства людей определенных, непонятные. После того, как домой будете, пообщаетесь с родными, чем будете заниматься? А дальше чем будем? Дальше будем воевать.